Приветик, не спящие. В очередной раз я побаловался с эквалайзером. И вот хуже стало или лучше, самому до сих пор интересно. Но я буду с ним, наверное, еще очень долго бороться, и я прибавил вам громкости. Громкости я вам прибавил очень много. Я вам ее сейчас убавлю. Убавлю, я говорю. Так, понятно. А давай-ка мы вам убавим громкость там, ну, скажем, до... Ту-ту-ту. 4 дБ. Вам хватит, я надеюсь? Я еще и звук в игре убавил. Поэтому особо громко быть, ну, не должно. Ну, вроде бы. По крайней мере, у меня наушники на максимум выкручены. Это значит, что я буду слышать примерно то же самое, что и вы. Так, видимо, отсюда я пришел, и назад уйти нельзя. Ладно, пойдем тогда вперед. Проверять нечто невероятное. Да-да, все верно. Это постройки... Этих самых. Как их там? Ну, этих. Ну, как их там? Как же они назывались-то? А, Вортигонтов вспомнил. Вы это... Вы, ребята, уйдете с моего пути? Или мне оббегать? У меня просто 22 хп и... Один удар, и мне трындец. В принципе, я могу сделать вот так. А теперь вопрос на засыпку. Как мне попасть вон туда? Все, вопрос снимается. Ясно, как туда попасть. Теперь вопрос другой. Как мне спрыгнуть со скалы так, чтобы мне разрешили прыгать и использовать джетпак? Потому что какого-то хрена джетпак не работает, если ты просто падаешь. Это очень отвратительно сделанный элемент геймплея. Нельзя так делать. Ну просто нельзя. Если игра считает, что ты не прыгнул, то она не дает тебе использовать джетпак. Хоть ты тресни, хоть ты лопни, джетпак ты использовать во всяком случае не сможешь. А зачем мне нужно вот туда? Я могу допрыгнуть туда прямо сейчас. Это в принципе реально. Но нафига? Я думаю, незачем. Мне кажется, это что-то вроде подушки безопасности. Если я пойду вот этим путем, вот куда-то в ту сторону. Гордон, не надо дробовик налево перекладывать, ладно? Все-таки ты не левша. Стреляешь вроде с правой стороны. Чертова дырка. Чуть в ней не упал. Так. Батареечки. Батареечки, это прекрасно. Я слышу вортигонтов, они... Что-то трындят. Давайте стелс. Угу. Значит, солдафоны терроризируют псайкеров. Прекрасно. По-моему, должно быть наоборот. Самую малость. Почему пехотинцы терроризируют псайкеров? Это очень странно. Прям нереально странно. Должно быть реально наоборот. Это же псайкеры в конце-то концов. Дайте мне что-нибудь такое веселенькое. Ребята, я вам принес кое-что. Что, не ждали? На. Кто там еще такой смелый? Держи тоже в лицо. Какой кайф прийти к вортигонтам к ним домой и... Вернее, прийти к вортигонтам домой и расстрелять их. Почему? Слушайте, я вот не уверен. Разве вортигонты были племенем? У них же вроде продвинутые технологии и всякое такое.
Что такое? Найчика. Найчика. Не убивай, говорит. Не бей. Так вот, у них же вроде продвинутые технологии. У них есть реакторы разного рода, кристаллы, энергия и прочее. Какого хрена их угнетают какие-то обоссанные пехотинцы с их мухострелками? Ты будешь нападать на меня? Правильно делаешь. Это правильное решение. Вот смотрите, вот Вортигон, который выбрал правильную жизнь. Вернее, единственный раз в жизни решил поступить правильно. Вернее, относительно хорошо. Говорит, не убивай меня. Интересно, а ученые в черной мези также поступали? Или они сразу доставали пистолетики? Что это такое? Ой. Ого. А вот эта камера мне больше нравится, чем зарядная станция в черной меди. 95. Они что, заканчивают? Нет, не заканчиваются. Меня еще и полечили. Здорово. Мне нравится. Вам точно норм со звуком? Потому что там 15 просто. Давайте 20 хотя бы. Вы же это будете слышать на 4 дБ ниже. То есть где-то вот так. Едва-едва. А это не вынимается, кстати. И что мне делать? Ну, розетка реально не вынимается. Мне что, надо Вортигонта какого-то спасти? Или что? Ну, эта хрень тоже... Слушай, а может она взрывается? Держи ракету, вернее, гранату. Бабах! Бесполезно. Ха, коллектор. У Вортигонтов тоже есть коллекторы. Удивительно. Слушай, может ты мне поможешь? Не поможет. Ну ладно. Будем разбираться сами. Это явно какие-то приемники. То есть надо по-любому как-то запустить эту штуку. Это лифт. Он должен приехать сверху. Здесь ничего нет. Здесь пусто. Ух ты. А можно на ней... Ой. Слушай, а на ней можно кататься. Спустись еще разок. Спасибо. Так, очевидно, мне куда-то сюда. Как они вообще передвигаются по этой фигне? Пехотинцы вообще, скорее всего, прыгать не могут из-за брони. А тут на тебе. Какие-то странные лифты. Я нажал на кнопку. Ой, это ящики? Ненависть, коробка! Хотя бы убиваются. Вернее, разрушаются из-за одного нажатия. Это хорошо. Вернее, из-за одного удара монтировкой. Что такое? Горит синий свет. Вообще, это похоже на розетку. Но мне не дают вытащить ни одну розетку вообще. Вернее, вилку. Ну, я нажимаю на кнопку, и что? Ладно, давай я сюда зайду. Ого! У Вортигонтов есть лифт. Удивительно. Подзарядим немножко дробовичок. Почему он едет вперед? Почему бы просто не дать мне вперед пройти? Ой-ой-ой. Это что такое там происходит у вас? А. Либо портал открывают, либо тренируются. Либо в очереди стоят к телепорту. Странно, ребята. Ну и ладно. Надеюсь, нападать не будут. И в остальном мне как-то, в принципе, насрать. Они там делают. Ненависть коробкам. Какая интересная у них тут лестница. Так, Гордон, у тебя ложное срабатывание произошло твоего джетпака. Я же тебе говорил, что он говно. Я же говорил, что не стоит доверять этой недомос
Или Мосман ее звали. По-моему, ее все-таки звали Мос. Ух ты. А можно? Нельзя. Кишка прям такая. Так, ну, я зарядился уже. Мне норм. Папка. Да, это очередь к телепорту. Ну, телепортируйтесь, я подожду. Мне торопиться некуда. Так. Приветик. Мне все-таки кажется, что как-то тихо. Что такое? Да? Галонга? Галонга. Что такое? Куришь много? Не надо. Знаете что, ребятки? Давайте-ка мы вот как поступим. Я вам поставлю минус 5 децибел, окей? Вот вам минус 5 децибел, и верну-ка я обратно вам звук. Вернее, до половины. 20. Во. То есть у вас где-то будет приблизительно вот так. Галанга, галанга. Галанга, галанга. Галанга, галанга. Галанга. На, ланга далджала. Галанга. Галанга. Галанга далджала. Я пытаюсь понять, о чем они спорят. Да какой-то галанги. Этот говорит, смотри. Нет, нет, мне не нравится этот хр... Да он вкусный. Не, посмотри на него. Да сам посмотри на него. Он же прекрасный, я сам его лично ловил. Ты его лично ловил? Нет, это все неправда. Это я его лично ловил. Наркоманы какие-то. Галаланга. Странные какие-то артигонты, на самом деле. Ненависть к коробкам. Вот что убавлял, что не убавлял, реально все равно громко. Sound effect. Ну давай еще, давай 10. Apply. Все равно громко. Что? Чего? Тут где-то артигонт похоронен, что ли? Странные люди, ладно. Приветик, ребят. Как дела? Чем занимаетесь? Нет там никого. Ну, я же говорю, нет там никого. Ох уж эти вартигонты. Вроде племенем-то никогда не жили, а тут на тебе. Можно к тебе домой? Так он же не говорит. Молится только. О, священный огонь! О, дай мне хэт краба пожевать! Нет? Ну ладно. Ненависть к коробкам! Ну, смотри. Эдики. Тушеные хэт крабы. С солью. Или что у них тут есть? Чем они вообще питаются? Я к тому, что... Какие у них есть вообще приправы? Ну, конечно, кроме... вареных и жареных хэдкрабов. Они что, больше ничем не питаются? Только не говорите мне, что это опять вентиляция. Ну, иди твою мать! Гордон! Ты даже в Ксению вентиляцию нашел. Только она какая-то странная. Очень странная. Оп, здрасте. О, нифига себе, они телепортировали тут. Здорово. Так, видимо, надо подцепить розетку. Сколько здесь батареек?
А? Что такое? Ой, вот это я зря. Ой, так по мне же стреляют-то. Помогите, спасите, выпустите меня отсюда. Что происходит? Капец! Все загорелось, что-то взрывается, кто-то стреляет в меня. Кошмар. Ах, где меня загрузит? Поползу по вентиляциям. Ну чего так долго-то? Давай быстрее. Вроде не такой уж и большой уровень. А он что, под защитой, что ли? Да нет. Вполне себе умирает. Так, еще один сбит. Еще один сбит. Что там, еще заспавнились? Ну, ща я вам устрою. Блэк-мезовские танки Китая. Или где мы тут с вами воюем? У меня это, заряды кончились, ребят. Ну, подождите. На тебе СМП-5 тогда. Ну, реально, какой-то мутант Вортигон. Все? Все? Почти без потерь. Ты как, жив? Разговариваешь? Не разговаривает. Ну и ладно. Да, ну со звуком в этой игре, конечно, трындец. Что такое? Ну извини, мужик. Я не специально. Может, это его жена была? Слушай, они разговаривают, но я не слышу этого. Будешь разговаривать? Знаете что? По-моему, саунд-эффект — это нифига не выстрелы. Вот вообще нифига не выстрелы. Сейчас вы охренеете. Зато я начал слышать речь вортигонтов. Зашибись. Так, а если я сделаю вот так и вот так? Как я ненавижу настройки звука в этой игре. Ладно, так вроде тоже можно играть. Громко, конечно, но вроде терпимо. Ненависть коробка. Ненависть коробка. О, это мне подарочек привезли. Серьезно? Снеки? Шутишь, что ли? Кто? Кто посмел? Кленер, это наверняка был ты. Ну и все, здесь больше нет нихера. Кроме ненависти к коробкам. Так, это лифт, я отсюда приперся. Наверное, мне все-таки в лифт. Ладно. Пойду погуляю. Так. Где кнопка? Вижу кнопку. Да, с патронами, конечно, у нас небольшая проблемка. Прям такая маленькая-маленькая проблемка.
А где я? Гаргантюа еще один потопал. Сваи забивают, что ли? А куда я приехал? Или это другой лифт? Кошмар, они такие одинаковые. Мне вот интересно. А вперед уже нельзя. Вернее, мне вот интересно, можно ли прыгать со стрейфом двойным. То есть дабл джамп и стрейф. Но, судя по всему, нет. Кто делал эти уровни? Какой наркоман? Вы издеваетесь, что ли, надо мной? Ну серьезно, какой наркоман делал эти уровни? Кошмар. Так, река говна. Замечательно. А зачем я здесь? Какую дырку мне зайти? Ага, вижу. Так, так. И загрузочки. Я надеюсь, эта загрузочка будет довольно быстрой, чтобы всякой херни не было. Кошмар, конечно. Какое... Как-то очень странно сделали сообщество вортигонтов. Почему-то сделали их племенем. Хотя они вроде как достаточно самодостаточны, чтобы не быть племенем. Хотя я, в принципе, не разбирался в истории вортигонтов. Я уже с ними как-то больше дружил во второй части, когда они уже на земле как иммигранты жили. Слушай, а здесь это, DPS повыше. Вроде поприятнее даже находиться. Ау. Только меня это уже раздражает. Чуть-чуть. Ну, из-за того, что я постоянно топаю по воде. Прикольно, цветочки. Кто здесь рычит? А у меня арбалета нету. Арбалета. Вернее, рыболета. Гаргантюа. До свидания. Ой-ё. Это я запрыгнул. Ну, мне вниз-то не надо. Я застрял вообще. Ладно. Релот. Надеялся бежать не по воде, а по земле, но, видимо, придется бегать по водичке. Что уж с этим поделаешь? Зачем они хранят Гаргантюа за какой-то левой... плевой? За какой-то органической дверью. Или органической перегородкой. Это же... В этом же нет смысла. Зачем вообще хранить Гаргантюа в клетке? Тем более в органической, которую он может запросто взять и сжечь. Что он, в принципе, и сделает, смотрите. О, я, говорит, сейчас все сожгу. И сжигает нахрен все. И бежит за мной. Зашибись. Мне еще и прыгать нельзя. Охренеть просто. Да, еще один Гаргантюа. Чё, давайте 10 гаргантюа на меня выкиньте. Дух-то я уже убил. Мало же было. Так, еще один. Собаки, ну конечно. Да, еще и бисквит решил со мной поздороваться. Так, здрасте.
Ай-яй-яй. Ну ничего, я был в принципе близок к победе. И оказывается, здесь есть стена. Внизу, невидимая. Зачем-то. Существует. Долгие довольно загрузки. Но что поделаешь. Левел дизайн, конечно, здесь. Ого-го. Разумеется, в кавычках. Я не долетаю. Ну и что мне делать? Я просто не долетаю до этой точки. Из-за того, что FPS низкий, из-за того, что он прыгает как наркомана кусок. Ненавижу эти сраные прыжки. И этот левел дизайн просто пипец. Нет, он, конечно, относительно хороший. Относительно какого-нибудь проекта на Unity он хороший. Но... твою мать! Зачем было делать вот эти вот лабиринты беготни от Гаргантюа? От 10 тысяч Гаргантюа, которые вешают мне нахрен FPS весь. Надо же, долетел. Удивительно. Иди нахрен. Чуть взрывается тут. Собачонка сраная. Привет, Гаргантюа. Я текаю нафиг. Не туда я текаю. Куда я текаю? Сюда куда-то текаю? Судя по всему, да. Только не жги меня, ладно? Так, так я ж не долечу! Какой смысл? Какой в этом смысл? Я же просто не долечу! Они же меня не ускорят. Они же мне пинка под зад не дадут, чтобы я полетел дальше. Там даже никакой прыгалки нету. Вообще ничего нету. И постоянно надо куда-то бежать. Нифига себе загрузочка. Ну, охренеть теперь. О, это, конечно, да. Это, конечно, да. Но если еще раз загрузит, будем загружаться фастслот. Вернее, будем загружать фастслот, да? Так и есть. Значит, загружаем быстрый слот. Вернее, слот быстрого сохранения. Порой я ненавижу эту игру. Вот, честно. Черная Меза сама по себе хорошая. Первая часть ее. Ксен — лютое говнище. Ну да, здесь куча эффектов, там забавные уровни и... всякое такое, даже головоломки какие-никакие попытались впихнуть, но ёлки-палки, ты вот просто играешь в этот на этих уровнях, в этот восхитительный в кавычках левел дизайн, и все. Это такой пипец, это просто отвращение вызывает часов на 10 вперед. И что мне делать сейчас? Вот что? Что хочет от меня игра? Что, разбежаться, прыгнуть? Да запросто, но я же не долечу. Я же не долетаю. Какой в этом, мать твою, смысл? Если я просто не долетаю, ну почему вы не могли сделать на метр вперед эту скалу подлиннее? За что? За что мне эти сраные прыжки вот с недолетами?
Ко мне еще тут, вернее, до меня еще домогаются тут всякие террористы. Да ты твою мать! Он даже мне прыгнуть не дал теперь. Ну охренеть теперь. Если ты падаешь со скалы, то ты не можешь прыгнуть. Соответственно, игра не дает тебе использовать твой сраный джетпак, чтобы стрейфануть вперед. Если ты прыгаешь, но делаешь это раньше времени, то игра тебе говорит: «Нет, дружок, ты здесь не долетишь», и кидает тебя недостаточно далеко вперед. Поэтому надо попасть именно вот в нужную дырень. Ну надо же. Аллилуйя. Свершилось. Чудо. Да пусти меня, игра. Тут еще выпендриваться будешь, ё-моё. Что-то их много как-то собралось. Куда ты меня бросила? Чего ты хочешь от меня? Куда? 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 Замечательно. Я надеюсь, это конец. Я надеюсь, что больше за мной не будут бегать никакие гаргантюа. Но это похоже на арену для боя с боссом. Ну, будем надеяться, что это не так. Так, неужели мне в эту дырень? В принципе, ладно, пойдем, посмотрим. Я что, против, что ли? Кто-то орет опять. Ого, это что за приколы? Неужели черная меза добралась и сюда? Но это было бы очень странно. Просто ну нереально странно. Нет, ну правда. Сами прикиньте. Черная меза и добирается аж сюда. Магия. То-то они там на задворках где-то сидели, камешки свои ворошили, зомби убивали, с хэдкрабами боролись, там исследовали что-то. А тут на тебе! Они аж сюда добрались. Нифига себе. Что-то явно необычное здесь проходило. Видимо. Или это просто решетка такая. Странная. Оу. Спасибо за патроны. Мне они как раз сейчас нужны. Привет, ребят. Откройте, пожалуйста. Спасибо. Сирену отключили. Странные ребятки. Мне, наверное, куда-то сюда? Нет? А, вижу, вижу. Что, Вортигон, ты? Пришел Приман. Пришла свобода. Пришло освобождение атаков комбайнов. Если вы скажете мне, куда идти. Хотя, может быть, и нет. Ладно. Дай прыгнуть-то. Ты твою мать. Но я уже не успел. Давай еще разок. Нет?
Та-та-та. Нормально. Привет, Вартигон, ты. Что ты делаешь? Башку еще туда сунь. Так, подождите, какого черта происходит вообще? Ну, просто Вартигонты... Это же мир Вартигонтов. Их контролировал Нихиланд. Какого хрена они все в оковах там? О, ладно. Это все, конечно, очень весело, но... Разберемся с этим в другой раз. Ага. Ага. Вентиляцию можно забить. Так, а сюда мне что нужно воткнуть? Вот эту штуку? Нет, это вроде просто бочка. А, понятно. Ну-ка, опустись. Поехали. Подходишь к Вартигонту, кнопки нажимаешь. Ух, весело. А почему? Почему они мне не мешают? Так, и почему я залез сюда? А куда мне вообще, кстати? Может, мне, наверное, туда запрыгнуть надо? Эть! Приветик. Так, это что такое? Это вам не пригодится больше. А, понятно. Ну-ка. Опускаем. Поднимаем. Так. Гордон, ну что ты делаешь своими прыжками? Она тянется? Надо же, дотянулась. Удивительно. Так, опускаем. Поднимаем. И куда дальше? Сюда, что ли? Ну, допустим. Угу. Так, одна розетка. А это куда вообще ведет? Это вам не нужно больше. Не втыкается. Ладно, это вам тоже больше. А вот вынуть нельзя. Ну и ладно. Ну и не надо. Ага, вижу. Подожди. Отдай. Поехали. Поднимаемся. Отлично. Так, это держи. Еще одну. Поднимаемся. Поехали. Так, видимо, мне сюда. Там, правда, еще есть какая-то хреновина. Ну да ладно. А с чем они вообще здесь работают? Что это за зеленая такая жижа? Это, кстати, походу, лампочки Вартигонтов, а не мезы. Ну да ладно. Что они здесь вообще делают? Жижу зеленую качают? Здорово. А можно мне? Так, а нафига я сюда приперся тогда? А, нет, это нельзя забрать. Здесь вообще розетки нету, вернее вилки. Ничего, скажи, куда идти? Это у вас какой-то мир странный. Ну, допустим, сюда.
Так, это комната управления. Я был. Где я еще не был? Там я проходил. Мне вряд ли ниже. Там я тоже был. Мне, скорее всего, вон туда, вперед. А как мне туда попасть? Мне выше-то не пролезть? Или пролезть? Да нет, бред какой-то. Или вы хотите, чтобы я ее прям совсем наверх поднял? А как это сделать? И зачем здесь существует вот это вот? Просто здесь делать-то ничего нельзя вообще, в принципе. Даже вытащить эту хреновину. Ну-ка. Опаньки. Оказывается, можно. Ну окей, тогда перенаправим энергию сюда. Опаньки. Что это такое? Упс. Ух ты, прям поршень убила нахрен. Хороший поршень. Мне понравилось. Интересно, где меня загрузит. Я-то не рассчитывал, что он так будет резко впихивать. Вернее, двигаться. А он как взял, как пихнул. Вернее, как начал двигаться. Не положил все нафиг. Но это уже не это. Не убрать. И не выключить. Угу. Ну теперь убить не должно. Так, здрасте. А вот и я. Чего это у вас тут происходит? Так, это вам не нужно. Да я тебе говорю, я инженер. А еще я водопроводчик и подрабатываю немножко грузчиком. Эть, не дотягивается. Зараза, так размотаю. Провод запутался. Ты смотри, все равно не дотягивается. О! Само включилось. Ну и ладно. Ой, фиг с ней. Так, чего вам тут еще не надо? Так, вот это вам не надо. Я тебе горю, я еще физик-теоретик. Наверное. Так, а как это? Не гололанка? Как мне это достать? Да, у вас тут, конечно, конструкция. Ого-го. Вот у нас в черной мезе, между прочим, такой фигни не было. Так, отсюда. Надо еще один найти. А, вон он. А как мне туда попасть? Как мне туда залезть? Надо подумать. Ну, отсюда, если я вылезу, то ничего не произойдет. Вообще можно запрыгнуть? Нельзя. Может его просто отстрелить? Он отвалится, если я шмальну по нему? Не отвалится. А, так эта хрень поднимается. Ну, тогда это решает много проблем. Так. А может быть и не решает. А дальше куда? О, интересно у вас тут сделано. Это понятно. А неужто мне придется прям так страдать? Нифига себе у них тут шов. Жесть. Так, это мне пригодится. Держи. Провод. Где провод? Выплюнуть должен был. А, мне нужен этот мешок, который сейчас выплюнулся. Что такое?
Ой-ё. Да, с таким FPS в них попадать, это, конечно, да. Попробуй попади. А! Так, одним меньше. Катитесь в ад. Откуда вы там высрались? Куда и катитесь? Да что ж ты будешь делать-то, а? Так, еще одним меньше. Я тебя сейчас покидаюсь, ты! Ублюдок. А куда мне, кстати, идти-то? Да что ты... Твою мать! Все. Так вот. Куда мне идти-то? Пока с дробовиком побегаю. Это нахрен. Это все еще потоком. Это лучше не трогать. Ага, понятно. Так. Ай-яй-яй-яй-яй. А, подожди. А как же мне освободить эту вот хреновину оттока? А, я прыгнул не туда. Ну-ка, давай еще раз. Оп. Очень интересно. Как сильно дамажит, кстати? Не так уж и сильно дамажит. Нифига себе, убило почти. Забавно. Интересную жижу они тут готовят. Судя по всему. Видимо, слёрм. Почти как в черной мези. Что ты будешь делать-то, ну? Гордон, хватит. Понятненько. А можно мне где-нибудь зарядочку, а? А то они ведь попрут. А зарядка далеко. Эх, нельзя так нельзя. Так. Зарядочка, зарядочка. Я видел где-то здесь зарядочку. Опять ток, опять по новой. Засосет. Походу и должно засосать. Ух, прокатился. Так, а теперь вопрос. Нафига? Нафига я катался? Ну, походу придется нырнуть. И придется нырнуть говно. А. Вот он где. Тогда понятно, зачем я катался. Как громко-то. Капец. У вас-то еще компрессор работает. О, как раз станция зарядки. Так, это не то, это не то. Ага, сойдет. Отлично. Замечательно. Так вот, мы, ребятки, как, в порядке? Никого не убило? Кманга, кманга. Надо же, загрузочка.
Удивительно. О, на этот раз быстро прошла. Хороший знак, наверное. Пойдем. Погуляем. Ой, фипес-то какой. Опаньки. Паскудники тут разлетались. А у меня есть... Ну все, трындец вам. Ага. Как они переживают это, а? Ой, патрон потратил зря. Вернее, не зря. Вернее, зря. Так, ты тоже отдыхаешь. Контроллер. Контроллер. А! Так, ты тоже отдыхаешь. Сволочи. Протигонтов они помучить решили. Так, дай-ка мне все, что тут есть. Я заберу. Мне зачем-то дали зарядов для вот этого. И для вот этого. Ну, если что, будет чем пострелять. Там какая-то куча бочек. Там двери. Ну, здесь, в принципе, патронов быть не может, если только мне их не телепортируют. А мне их вряд ли телепортируют. Привет, артигонты. Как дела? Можно потрогать? Нельзя? Ладно. Ух ты. Солдафонов готовит. Так вот, чем они здесь занимались. Понятно. Фабрика по изготовлению солдафонов. Очень интересно. Может, накрыть им производство? Чтобы они их больше не изготавливали. Это намек такой, да? Понятно. Понятно. А есть еще? Можно мне одну? Как же разработчики Xeno любят воду, а? Причем не только воду, а вот именно говно плавающее, вот это вот отходы, какую-то жижу. Капец. Без воды-то вот никак не обойтись было, да? Кошмар. О, смотри. Выпусти меня. Пушки уже готовятся, заряжаются, тут выращивают оружие для них отдельно. А? Кто телепортировался? А, вижу. Ну... Это проблематично будет достать. Хоть и полезно. Ну, стекла не бьются. Это за стеклом все. Без толку. Если только туда сигануть, тогда, может, сработает. Дай сюда. Батарейки. Аптечки. Здрасте. Так, это нельзя потрогать, очень жаль. Пойду трогать что-нибудь другое.
Ага. Что ж, очень интересно. Ух ты. Тут прям почти собирают. Клёво. Почти как в цитадели в свое время, когда-то давно. Так, это я зря сделал. Ну, в принципе, меня засосало в какую-то трубу, так что вроде норм. Ух ты. Я так понимаю, убьет, если я подойду слишком близко. Надо туда что-то сунуть. Здесь не пролезть. А как же мне тогда? А меня обратно не засосет? Говорил же, что засосет. Может быть, ау. Там мертвый вертигон лежит. Нет. Тоже нет. О. Понятно. Один хп. Ну-ка. Так, а это получается для того, чтобы наверх попасть, да? Ну-ка, дай-ка еще разок прокатиться. Вдруг на этот раз получится. О! А, нет, не совсем. Это вот для этого. Так. Интересный у вертигонтов, между прочим, работенка. Ходишь, просто переключаешь штекеры вместе с розетками и... вилками. Теперь надо наверх. Кто дизайнил эти уровни? Какой-то долбанутый, видимо. Ай, на всю башку. Вот бывают, создают разработчики какую-то игру и делают для нее там несколько уровней. Некоторые из них там какие-то сложные, вернее, проблематичные в прохождении, некоторые, наоборот, легкие. И добавляют разработчики к своей игре поддержку модификаций. Но эта игра становится популярной, ее начинают проходить люди, играться там, пытаться зарабатывать какие-то очки. И в один прекрасный день заходит в эту игру какой-то человек, создает какой-то абсолютно долбанутый нахрен уровень, который предлагает пройти остальным. Потом со временем этот уровень становится популярным, его пытаются проходить все больше и больше людей, у них там, у некоторых получается, у некоторых нет. И весь этот абсурд доходит просто до апогея. И происходит что-то вот вроде вот этого. Когда игрока вынуждают ползать по какой-то херне просто, абсолютной, капитальной, отвратительной. И называют это игрой. Одно дело, когда ты получаешь удовольствие от того, что выполняешь какое-то сложное задание. И совсем другое, когда ты занимаешься каким-то бредом. Запрыгнуть туда за 10 секунд, запрыгнуть сюда, запрыгнуть вот туда. Еще там перепрыгнуть. Чего в этом хорошего? Ничего. Так, кто меня долбанул? А, это все вы. Коты. Ну я вам сейчас устрою.
Ну-ка, вылезай оттуда. Так, ау. Ну, может быть, не устрою, ладно. Выстрел из того пушки? Серьезно? У них тоже есть такое орудие? Ха. Я же говорил, что черная меза взяла разработки. Вернее, взяла отчасти эффект вортигонтов. Что в меня лупит-то так? Не надо, вортигонт, этого... Да что это за трындец-то такой? Кошмарище. Я беру просто сейчас стал пушку и все разношу к херам. Где это там? Все, до свидания. Все, до свидания. Я говорю, до свидания. Еще кто-нибудь? Вы как, вортигонты, в порядке? Живы, целы, здоровы. Ну все, не болейте. Наверное. Так, дайте мне дробовик мой. Ну давай подумаем, что тут можно сделать. Эти лифты потоком. А, вижу. А еще одна где? Или мне еще одна не нужна? Да нет, нужна. А где она? Ну, либо внизу, либо наверху. Логично? Логично. Пока на лифте покатаемся. Какие у них тут лифты быстрые. Я вот что-то не нашел пока. Куда мне вообще прыгать-то? То есть, по идее, мне вроде как надо вот на этот лифт, но... Этот лифт немножко сломан. Там и малость. Ой-ой-ой. Меня там что-то задамажило и не дало долететь куда надо. Зашибись. Знаете что? Я вам скажу. Будем заниматься этим в следующий раз. А на сегодня хватит. Обязательно продолжим в следующий раз. Я допройду эту сраную игру и, может быть, даже стрим подключу. Вернее, включу. Но, тем не менее. Ну, а пока что такие дела.